Рядом Миль. Стал с места Томас Дэнсон, что-то подсказывает своим подопечным. Миль, хорошая комбинация. Провин, гол. Великолепный гол. Фантастический гол. Другого слова не подберешь. И Провин делает в воздухе свой знаменитый пируэт, которым он известен после забитого мяча. Великолепная комбинация. Сейчас вы еще раз увидите ее на своих экранах. Все думали, что пробьет Шварц, но удар выполнил Мильт, а вернее сделал пас. Отличный пас Томасу Бралину, который выскочил из-за спин защитников румынской команды. Вот посмотрите, совершенно неожиданно для всех. Из довольно острого угла сильнейшим ударом поразил ворота команды Румынии. Великолепный гол. И Бралин сыграл великолепно. И вот смотрите, Мильт, и спешит Флорен Пруня. Белодедич идет свободный, пас на Петревску. Все меньше и меньше времени.